это часть письма, она длинная. Вы в этом просто кое что, видимо, ваши селики, но отправят на ваше подвое. Да, совершенно верно. Только тогда будет чудеса, как у меня. Хочу еще напомнить, что живу на Южном Урале, город Мяс. Попозже много чего напишу. Тамара, привет. Дальше вы посылаете фотографию. Здесь настолько близкие грунтовые воды. Ой-ой-ой. И вот, значит, я не мог пройти мимо. Очень толковое письмо. Пишу вам для обратной связи. Я живу в городе Мяс. Это не там, где Ваулин. Он директор института агроэкологии, филиала Южноуральского университета. Но почему он себя пишет, что он доцент? Мне было приятно с директором общаться, радоваться за мои эти, которые попали в хорошие руки. Которые находятся в селе Мяское, совсем в другом районе. Просто наша река Мяс, на ней и Челябинск стоит. И много названий, поэтому похожих. Наш город растянут вдоль берегов реки и так далее. Короче, я что выделяю? У нее вода близко, а растут здоровые деревья. Вот. Смотрите. А что касается плодовых. Вода в 30 сантиметров от поверхности. Растут три яблони высотой 3-4 метра. Разный срок созревания. Правда, по невиду, что их никто не обрезал. Дальше еще у них вода в 60 сантиметров. В другом саду так. Вот. И, наконец, я вот это выделил. Яблони, они на участке. Гигантских размеров. Пришлось обрезать, так как яблони настолько не надо. И тень большая на участок. Да я взялась за новые сорта. Так что не надо бояться, близко крутовых вод. А мы не боимся. Смотрите. Вспоминайте железо. Груши, абрикосы. Корни у них такие, что им тут не жить. Зато я специально взял. Есть такое... Как бы отдельные классы, не знаю, какое подобрать слово научное. Яблоня не сеянцевая. Яблоня не из этого самого, не клоновая, то есть искусственные корни. А отводок от более взрослой яблони. Вот он. Так. Когда я выкапывал, уже привитый у меня. Но когда я выкапывал, там, корней так мало, что прививка-то пошла. Но когда выкапывал, обрушилась земля. Но она обрушилась только для того, что на небе кто-то сделал так, чтобы мы могли увидеть, что такое корневые отводки. Вот они-то и не боятся. То есть мы с вами не антагонисты. Вот. А то, что вы знаете Ваулина, это здорово. И директором назвали, это еще здоровее. Так, вот это вот у нас. И то самое, где сейчас, по-моему, эти... Ага, так, вот он Ваулин. Вот его плоды, вот тут вот, посмотрите. О, я не смогу зайти, регистрироваться надо. Что это за манера? А, нет, вот. А теперь любуемся. А? Ну, большая часть, конечно, я не говорю все, но ну, моих, да. Почему они такие разные? Вот. Было у нас, когда видеоконференция, это было вчера. Вот, Ваулин я вел, я подтакивал. Работа у меня такая была, подакивать и делать вот так. Вот. Здорово провел конференцию. Это он был звездой. Вот, в этот раз. И я не успел. Я ему задал вопрос, знаете какой. Вот это все уникальные вещи. Несмотря на то, что они... Он сказал, что только три из там скольких сортов много у него получилось. Ну, или сортов, сортообразцов много. Три из них только с кислинкой. Остальные чисто сладкие. Это результат лучше у меня. Хотя речь идет именно о моих. Вот. А я все время говорю, подчеркиваю. Вот он тогда не подчеркнул, и я тогда не подсказал, не подвякнул. И он нет. У них благородные отцы. Но самый близкий отец и самый долгоиграющий – это Амур. И вот результат-то получился. Вот такой вот. Это уже... Гибридное потомство. Да, разные характеристики. Да, Ваулин специально подчеркивал. Разные. Разброс большой. И тут разброс, и там разброс. И, в общем, по всем параметрам везде разброс. Давайте чисто внешне видите. Здорово, да? Ничего не скажете, что здорово, не здорово. Вот. Теперь. Ой, выскочил. Случайно выскочил. Мне все вот это самое хочется... Самое главное для меня сенсация, вот здесь она или не здесь, инновационная разработка.
автор разработки, так. Ладно, может, мы еще найдем. Это там, где оказывается в другом научном учреждении 200-300 грамм на дерево. Я вначале думаю, может, это опечатка, килограмм. Вот. Это, так что это сразу, как сказать, Ваулин перепрыгнул всех.